стартовый состав Тоттенхэма. Голкипер Уго Льорис. В защите Эрик Дайер играет с Беном Дэвисом. Начать матч главный тренер. Впереди играет Харри Кейн. Тренер впереди играет Харри Кейн. Good luck. Cheers. Thanks. Good game. Good game. Good game. Hey, good game. Thanks. Good game. Cheers. Good. Итак, стартовый состав Лестера. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Тоттенхэм был основан в 1882 году на основе клуба по крикету. И первые два года на 1984 к названию Хот 84-м к названию Хотспорт добавилась приставка Тоттенхэм. И команда приобрела уже современное звучание. С тех пор оно осталось без изменений. Хороший отбор Харри Кейн. И у соперника теперь мяч. Тилеманс. Мяч все ближе и ближе к воротам соперника. И, к сожалению, мяч потерян. Хёберт. Харри Кейн. Ну решай же! Каспер Шмейхель без труда справился с этим ударом. Пас не получился, перехват. Перехватывает мяч соперник. Харви Барнс. Лестер оставляет соперника без мяча. Хороший отрезок и хороший. Я думаю, прессинга мы от них не увидим. Будут они ждать, пока мяч к ним сам придет. Есть шансы в этой атаке, пока она продолжается. А сейчас вперед можно выйти. Как играет Льорис сейчас. Потрясающий момент был, чтобы забить, но вратарь сыграл выше. Вот так вот хитрят. Угловой разыгран. И подстраховал тот. Да, очень вовремя оказался в нужном месте и спас свою команду от гола. Красавец! Центр штрафной пошел мяч. Сон Хын Мин. Кейн. Из-за боковой мяч будут вводить в игру.
Бентанкур. Тоттенхэм атакует по флангу, и там их не встречаем. Харри Кейн. Бентанкур. Хорошо они мяч держат. Хорошо они мяч держат. Опять Кейн с мячом. Здорово сыгран, удар заблокирован. Здорово отдано на ход. Мяч отбит, можно играть. Отлично сыграно, мяч перехвачен. Вилфред Ндиди. Вперед идет атака. Интересно может быть. Мэдисон. Лестер оставляет соперника без мяча. Хороший отрезок и хорошая комбинационная игра. Судья добавляет одну минуту. Судья добавляет одну минуту. Уходят команды на перерыв. Говорим об этом буднично, потому что очень будничный нулевой счет. Итак, первый тайм мы посмотрели. Пока равная игра. И для того, чтобы выиграть этот матч, тренерам нужно что-то серьезное сказать своим.